раз, который самый длительный, да, полет? Попробуем. Куда-нибудь надо держаться или что? Ну, единственное, я тебе выставлю правильно камеру. Камеру хорошо. Держать вот так, там будет классный вид. Может, сюда вот так удобнее. Вот такой вот очень классный. Вот так. Ну, блин, там такой прям девочка идет. Ну так. Ну ладно. Я собираюсь сначала тебе поделать горочки, посмотрим на тебя сейчас. Итак, мы немножко покрутимся. Ёпта! Ух! Сейчас прикольно. Да? Да. Ух! Ух! Охрененно. Садимся. Скажи, выше теперь камеру немножко. Вот так, достаточно. Слишком высоко. Скажу тебе ножки сделать вверх, делаешь ножки вверх. Хорошо. Покажи. Да. Скажу, становись на ножки, ты становишься на ножки. Понял, да? Да. Вверх, да? Ножки вверх, да, и держишь. Хорошо. Сейчас. И ставим ножки. Простите. Пихнулись. Глубокий съезд. Даже секундочку. Это тревожно. Ага. Ну, теперь свои впечатления на камеру. Да охренительно. Очень круто. Не пожалел, что покрутился? Нет, не пожалел. Ага. Большая часть такая. Людей, которые летают с нами, выбирают покрутиться, а потом понимают, что это самый драйв программы вообще. Ну да. Вишенка на торте. Камеру в правую руку, переходи налево вот туда через стропы. Разворачивайся, давай петельку мне. Красавчик. Супер. Ребят, Анатолий. Ну как? Как зовут еще раз? Павел. Павел из Москвы. Мы слетели с горы Кудеби, 3000 метров, приземлились на 1900, 1100 перепада. Павел, твои впечатления? Все круто, прекрасно, отлично. Просто бомба. Надо обязательно это крутиться в конце. Что вы поняли, сам драйвер. Хорошо, ребят, приезжайте в Грузию, летайте с профессионалами. Будем рады. Скажите, команда ждет. Пока. Когда кричите.